Привет всем, друзья! В этой серии мы узнаем, реально ли лифтовую жигу застраховать и поставить ее на учет. Погнали! Ну что могу сказать, я уже нахожусь в МРЭО. Вот. Уже стою в очереди на осмотр автомобиля. Могу сказать одно, что в машине я изменил только одни колеса. С 15-х я поставил на 14. Тачка осталась в таком же охрененном прикиде. С таким вот спеком попробуем пройти осмотр. Страховка вместе с техосмотром, также, естественно, через страховую компанию, обошлось все вместе в 4200 рублей. Сейчас посмотрим, что будет происходить. Лицо сотрудника полиции я скрыл специально, дабы личность была не установлена, а не как-то там над ним посмеяться. Ни в коем случае. На данном отрезке видео инспектор показывает мне все мои правонарушения в плане изменения конструкции по статье 12.5.1, которые я должен буду устранить, дабы автомобиль прошел осмотр и был поставлен на учет. Так, ну поскольку мы на МРЭО не прошли техком и нас не допустили к регистрации, сказали, нужно все будет восстанавливать, поэтому чем мы, в принципе, сейчас и занимаемся. Я снимаю всю переднюю дрифтовую подвеску. Итак, поскольку мы... Сейчас снимаю дрифтовую подвеску семерки и беру обычную подвеску с тюменной шестерки. Решили вот таким вот методом обойтись, не все раскручивать, а просто снять полноценно ступицу с рычагами. Одна сторона пятак? Нет, больше тысячи. Морда тебе во сколько встала вся? Ну где тридцатка? Чё? Надо было бы его нахуй на учет бы сначала поставить, чтобы этим говном не заниматься. Ну зато научился хотя бы боком валить так. Какой у тебя мотор? 1.3. О, 1.5. А клатч где? Я сцепление ставил. Ага. Ты, блядь, уже первый раз мне клатчанул, блядь, патрубок слетел. Правильно. Второй раз клатчанул. Как надо делать, надо. Второй раз клатчанул, что было? Baby girl, what you doing? What's your name? I ain't play no games. See these diamonds in my chain. Smoking Mary Jane. Yeah, I took it to the brain. And she fuck her for the fame. So I fuck her in my range. Get that money to the top. Так, ну что, народ, жига приобрела наконец-то свой первоначальный вид. Все полностью в стоке. Бампер, крылья, колеса, подвеска полностью. Вон вся моя дрифтовая лежит. Нужно поставить еще задний бампер. Даже, вы не поверите, стандартный глушитель поставил. Это просто трэш. Тачка теперь почти как у лоурайдера. Морда выше, жопа ниже. Как бы... Прикручено на 4 самореза, вру, 3. 2 сверху и 1 снизу. Тачка, как говорится, полусток. Вот, так что отправляемся в МРЭО и начинаем вещать оттуда. Что ж, народ, наконец-то я поставил семерку на учет. Она теперь официально на мне, все документы на машину на меня. Вот, так что теперь можно возводить снова машину в дрифт-конфиг и спокойно кататься, кайфовать, дрифтовать уже без каких-либо... боязни, что остановят и будут проверять документы. Так что сегодня машина будет возводиться обратно в дрифт конфиг, ставится подвеска и подготавливаться машина будет к дню города. На день города мы будем выставляться на площади Ленина, но об этом немножко попозже. Добрался я до гаража, вот, джигу поставил на учет, все ништяк. Теперь сделать все, что захочу, можно с ней. И первым делом, как бы, выбираю, какие тапки на нее поставить. Там комплект, тут комплект, там комплект. И вот больше склоняюсь, конечно, к вот этим, к моим зимним. Теперь вы будете на моей ошибке знать то, что корч в боевом дрифт-конфиге поставить на учет нельзя. Естественно, если у вас все изменения конструкции не зарегистрированы. Но это у нас, к сожалению, в России очень дорого. Поэтому после того, как вы зарегистрируете свою машину, вы можете уже устанавливать на нее все охрененные тюнячки и дубасить просто как вам нравится. Поэтому в следующей серии вы будете уже лицезреть в боевом конфиге. Вот, а эта серия подошла к концу. Кстати, данная серия снималась первые кадры
были где-то в мае, а сейчас у нас сентябрь. Все это время я подбирал запчасти, чтобы новые не покупать. То одного взял, то другого. В итоге вот так вот крылья пришлось мне покупать. Так что, ребят, не ошибайтесь, учитесь на чужих ошибках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!